Девочки, всем привет! У нас сегодня будет вторая часть. Вторая часть по изготовлению фотозоны цветов. Я тут нарезала вот такие вот маленькие цветочки. Я вам обязательно в следующем скажу, как это, а сейчас в ускоренном виде сделаю. Просто я уже тут все нарезала. Мне нужен будет шарик. Лепестки у меня, я даже просто вам сейчас диаметр скажу. Побольше, которые у меня розовые, 8 на 4. А маленькие у меня 6 на 4. И мне нужна будет фольга еще. Сейчас я возьму фольгу. И делаем с вами шарик. Фольга обычная. Пищевая. Где-то он у меня 30 на 30 будет, наверное, шарик. Так. Шарик вот такой, и нужно его приклеить вот сюда, вот к серединке. Чем больше вы хотите цветов, тем больше у вас будет шарик. Быстренько вам сейчас покажу, потому что мне надо другой мастер-класс записывать для вас. Формируем шар. Вот, приклеили. И теперь берем лепестки, которые самые маленькие, и вот так вокруг приклеиваем. Наношу до середины и чуть-чуть наверх, потому что они у нас самые первые. Нам нужно, чтобы все приклеилось, чтобы фольгу не было заметно. Наношу по кругу, как мы обычно с большими цветами делаем. Форму, как вы видите, сейчас вам поближе ее покажу. Я просто это вырезала до того, как записывать, поэтому форма у меня вот такая вот. Вот. Вот такая форма. Белым я делаю в серединку. Так, вот эти нужно лепестки приклеивать, чтобы фольги не было видно. Так, поменьше надо взять. И у основания обязательно приклеивайте. Я вот так приклеиваю, то есть прям к шарику. Все, вроде я все закрыла. У меня здесь видно не будет. И по кругу продолжаю крепить их. Приклеивать.
Обратите внимание, вот здесь я начинаю уже потихоньку загибать вот таким образом. На белом белые не видно, я сейчас на розовом покажу, когда буду. Где-то это у нас будет, где-то второй ряд у нас получается. Я немножко его прикрепляю к самой картонке. Я вам там в первой части показывала, как прикреплять. Вот, чтобы они держались. В обратную сторону я наношу клей, и в обратную сторону сейчас я на розовом вам покажу, вам будет видно. Здесь просто сливается белый и не видно. Растягиваю немножко и вот так вот приклеиваю. Серединка готова, теперь розовым с вами будем обклеивать. И, естественно, вам нужно лепестков до тех пор наклеить, пока у вас... Все, здесь я буду просто приклеивать, не буду загибать. Нужно вам лепестков до тех пор приклеить, пока у вас не заполнится весь круг картонный. Здесь я уже приклеиваю просто вот сюда, чтобы проще было в конце. Можете также таким образом сделать огромный на стену цветок. Взять огромную картонку круглую, приклеить к ней в серединку шарик и вот так вокруг обклеивать. Во-первых, это очень легкий способ, а во-вторых, это очень красиво будет на стене смотреться. А сзади сделать крючок. За картонку закрепить и сделать крючок. Очень круто получится. На стену я ничего не вешаю, поэтому я и не буду такое делать. И вот так вот, когда наклеите, сколько вам будет достаточно. Так, сейчас поближе еще вас поставлю. Когда наклеите и поймете, что вам уже достаточно их, то можете уже обрезать вот эту вот часть и приклеивать зелень.
яркость немножко убавила. Вот что у меня получается. Но я хочу еще больше его сделать, поэтому мне нужно будет еще нарезать лепестков. Теперь мы загибаем побольше. Чтобы у нас вот такой вот он пионовидный получался. Растягиваем вверх прям очень. Вот что у меня получилось. Я сейчас еще нарежу. Как раз я полоску 40 сантиметров отрезала. Это мне здесь еще на два раза хватит. Так, раз, два и как раз середину. Высота у меня вот уже будет побольше. Я сложила в три раза. Я вам в предыдущем ролике показывала. Уже будет побольше будет лепестки. Эти у меня получились 5 на 11. Предыдущие ряды у нас были 8 на 4, по-моему. Вот отлично. Самые большие последние лепестки у меня тут будут. Главное... Сравнивайте низ. Обрезайте ровно его. Очень быстро делается цветок. И что-то я хотела сказать, вела мысль и забыла. И красиво получается он. Вот что я хотела вам, в принципе, сказать. Красиво смотрится. Вот этот цвет нежный, прям вообще будет классная фотозона. Давайте приклеим эти лепесточки. Потом следующее. Это у меня тут клей как раз. Вот они уже у нас выше будут. Здесь еще есть. Так. Эти у нас, наверное, диаметром такие же. Нет, здесь у нас 12 на 5. Еще чуть повыше будут. Вот один маленький получится, ну ладно. Также в серединке выгибаю. Так, давайте приклеивать.
Обратите внимание, у меня прям все идеально подошло. Можно сделать еще ряд, он будет еще пышнее. Можно не вытягивать, так они у вас будут закрытыми. Вот, я решила ставить так. Теперь что мы делаем? Мы отрезаем картон. Прям вот по этому вот. По этому основанию. Вот что у нас получилось. И теперь мы будем с вами... зеленью. Ой. Вот что у нас получилось. Очень такой нежный, даже не пионовидный цветок, наверное, да? Согласитесь? Напишите в комментариях мне. Все, сейчас покажу. Обычно я не показываю, сколько я клея наношу. Сейчас покажу. Все, я его приклеила. Единственное, разогреть нужно хорошо клеевой пистолет и прям очень долго подержать, потому что он такой достаточно тяжелый получается, если еще больше делать, то вообще тяжелый. Чтобы он сел на клеевой пистолет, на клеевые заряды, нужно очень, ну, минут 5 очень долго его подержать. Потому что эти, что мы делали с вами, они легенькие, а этот он потяжелее. Он такой, видите, объемный получился. Ну что? В следующем ролике покажу вам еще один вариант цветка, который буду делать. На этом буду с вами прощаться. Всем спасибо за просмотр. И до новых встреч. Пока-пока.